Здарова, мои шалуны. Перед началом просмотра объявляю розыгрыш номиналом в 122 единицы жемчуга. Как мы это организуем, спросите вы? Элементарно, закину 200 на любую карту, а далее на ваше усмотрение. Донатить на пак жема или вкусно пообедать в школьной столовой — дело за вами. Условие лишь одно: оставь любой комментарий под этим видео. Фартуй и приятного просмотра. Еще стоит отметить для новых зрителей важный факт, что я не мой. Это не прикол или еще что в этом роде, поэтому не серчайте на такую озвучку. К тому же в видео я всегда стараюсь обходиться без воды. Сегодня затронем конспирологическую тему. Это, конечно же, рандом. В любой онлайн игре всегда бушевали холивары. Одни топят за то, что рандом есть рандом, другие же говорят, что его можно обуздать какими-то вычислениями и танцами с бубном. Иногда даже проскальзывают видео других ютуберов с громкими заголовками, что не может не порадовать. Я призываю верить лишь в те видео, где юзернейм говорит, что знает, как вытянуть легендарную вещь, и прямо на видео тянет 5 мификов. Пока я таких видео не наблюдал. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Но если кто знает, обязательно делитесь им в комментариях. В игре я сролил уже около ляма монет шакала, и за все это время мне упал лишь один мифик. Это меч Дендалиона. Выбил я его за третью крутку, и ничем кроме везения это назвать не могу. Да и стоит ли? Никто не знает даже точных процентных данных выпадения предметов в этой игре. Лишь иногда разрабы вводят эвент, где якобы увеличивается шанс выпадения мифических предметов у шакала. Хотя мне кажется, это всего лишь одна надпись, так как особой разницы я, как и многие другие, в эти акции не почувствовал. Ёбаный рот этого казино, блядь! Да даже если перейти к чистой статистике, из собственного опыта опять же, моя удача составляет 1 на миллион, а дополнительный шанс выпадения может составлять меньше 0,1%. Этих цифр никто не знает. Зато все усердно копит монеты к следующей акции. Странно, но поехали далее. Бытует мнение, что у оружия шанс выпадения всегда ниже, чем у доспехов. Эта иллюзия создается автоматом. Ведь за ролл основной пухи у вас стоит 10 монет, в то время как те же ботинки с перчатками всего 6. Внимание, магия. За 60 тысяч монет шакала вы сможете потянуть 10 тысяч перчаток и всего 6 тысяч оружия. Разница в 4 тысячах. Это невероятно! Думаю, дальше углубляться не стоит. Ведь уверен, многие из вас уже закончили начальную школу. В принципе, на этом можно и закончить видео. А если желаете начать дискуссию, всегда рад почитать ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание. Я кончил.